Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Окружающие восхищаются от этого человека, от его многогранной личности, независимости и индивидуальности. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. При неадекватной самооценке владелец этого имени старается убрать всех более-менее талантливых людей из своего окружения, безраздельно царить и властвовать, не считаясь другими мнениями и советами. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Этим людям характерна внимательность к жизни. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Очень часто человек с буквы «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Обладатель этого имени учит быть внимательным к жизни и способным по малейшим изменениям оценивать ситуацию. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Другие недостатки единиц – их склонность к сухости, даже жестокости по отношению к другим. Стремление к власти любой ценой, упрямство, чрезмерное честолюбие, умение эксплуатировать людей и в крайних случаях агрессивность. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Значение буквы «Ш» в имени говорит о спокойствии и стабильности, тонком чувстве юмора, аналитическом складе ума. Люди с буквы «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Страх у этого человека проявляется необоснованно. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.